Так, пришли домой с работы. На сегодня у нас рис, язык, салат. Поставили новые яблоки сушиться. А где посылка-то? Кожи. Кожи? Посмотрим, может? Доски давай. Так, это мы заказывали на Сбермегамаркете с промокодом. За бесплатно у нас получилась посылка. И там еще идет несколько. А, это в садике дали. Доски стоили сколько? 700, да так? 40, по-моему. 790. Нам они достались за бесплатно. Промокоды я уже говорил, где можно взять. Там их много. Такой набор досок мы заказали за бесплатно. Благодаря промокодам. Там еще у нас идет простыня, что-то на матрасе, что-то там еще. И все за бесплатно. Не треснуто, надеюсь. А мы ж, по-моему, не эти заказывали-то. Или эти? Ну, я, по-моему, хотел, который пониже, это самое. Ну, потом вот выбрали, как-то посмотрели, что вот так. Да? Ну, я, по-моему, ту хотел. Тут просто нету отверстий, чтобы они просохли. А, снизу есть. А. Так. Вроде нормально. Они все толщиной одинаковые? Вот такие доски. Узкие, да? Куда пойдешь? Сегодня 8. А куда пойдешь тогда? Куда ты? На площадку пойдешь? Нет, на площадку. Я иду с ним при одном условии. Сильнее будет. Ты домой идти. Так он не пойдет. А я не пойду с ним. Сильнее будет. Сильнее будет. Домой. Домой. Ну сейчас пойдешь. Нет. Сильнее будет. Нет, сильнее будет. Дома будешь сидеть? Одень кепку пока. Нет, сюда. Сюда, ребят. Он без велосипеда, наверное, не пойдет. Проблема. Не велосипеда, хочу. Велосипеда. Ничего не знаю. Не велосипеда. Мы сейчас обманем. Что она возьмет сейчас? Я его быстренько обратно закину. Он тебе устроит истерику. Это его проблема. Я не собираюсь бегать за ним. Нет, он больше ничего. Просто намотывать. А ты, папа? Ага, молодец. Папа, ты не одел, папа. Ну-ка, быстрее ботинки делай, вот эти. Я не пойду, Лех. С мамой пойдешь. Папа, ты наказан, папа. Я наказан? Я буду дома, да, я наказан. Ты будешь один, будешь сидеть. Да, я буду один сидеть. Угу. Открывай дверь вторую. Вторую. Не надо выходить. А как ты выйдешь? Через дверь? Через дверь не знаю. Я буду выйти. Сквозь дверь пойдешь? Больше ничего не надо. Я на площадку пойду. На площадку.
Папе взяла ему? Папа, ты будешь дома сидеть. Да. Поведи дома сидеть. Вот так вот, велосипед даже пошел. Какие морщинки у бабушки. Лёха! Лёха! Может, шапку денешь ему? Ветер дует. Пока. Папа, горячий папа, но не папа. Папа, ну иди. Подуй, подуй. Не подуй, мама, сейчас мама подует. Ну ладно. Мам, не надо. Не будешь арбуз? Бери кусочек. Давай, чтобы капало сюда, вот так поставим. Капай сюда водичку, понял? Если будет капать. Угу. Косточки черные, если увидишь, сюда кидай обратно. Угу. Косточки не надо есть, Лёх. Несъедобное. Семечки. Пешком? У него, видите, рука была одуванчиком занята. Ты пешком пойдешь, Лёх? Нет. На велосипеде поедешь? На белое. Так вам нельзя это, да? А как ему пасту ехать? Наоборот, как раз таки. Не кроши печенье, что ты делаешь? Налево, Лёх, сюда пойдёт. Пойдем, Лёх, все. Пойдем. Он сейчас поедет уже, пойдем. Пойдем, Лёх. Поехали туда. Он сейчас поедет уже, пойдем. Машина едет, Лёх. Пойдем. Отходим, отходим, быстрее. Отходим, отходим, отходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Этот ко мне заходил, да? К
что? Ну, когда из машины сейчас выходил. Ну, я лица не видел, но со спины похож на него. Это татарин. А он к тебе потом не приходил? Нет, не было. Не было. Ага. Я его спрашивал потом, что он заходил. Что он сказал? Он сказал, что ему нужно было узнать про антенну, как у нее работает. С крыши или что-то другое. Лёш, рядом едь. Далеко, Лёх, не надо уезжать. Ты потеряешься. Хочешь потеряешься, потеряться? Нет. Ну вот, значит, рядом едь. Мама, сам за руку идет. Че? За руку сам взял. Да. Ну, вчера понравилось, видимо. Поздно, мама, папа. Да, мне кажется, два ничего. Мама, еще колючки. Это колючки, да. Ой, еще колючки. А сейчас я иду, и все. Ой, еще колючки. На бананы, кстати. Да. Комары зажрали, да? Да? Угу. Вот там сожрут комары. Да. Пойдем. Пойдем. Я себе взял. Угу. Надо еще взять, мама. А, еще бери, еще взять. Мы сюда бегу, ма. Ага. Так, идем в магазин. На стекло не наступай, Лёша. Давай. Давай. Нашла? Ну пускай Лёха берет. Бери. Бери, Лёха, хватай, пойдем. Ну, пойдем на кассу. Ну, да, надо на кассу положить. Пойдем, пойдем, пойдем. Да. Я это вспомнила, где видела ту, которую мы карту отдавали. Кого отдавали? Которую мы карту отдавали. Где? Она вот в садик наш ходит тоже. Я же тебе говорил об этом. Она ходила, забирала ребенка. Я не помню. Подожди, Лёш, подожди. В очередь встанем. Я просто ее сегодня видела. И что, у тебя не забирал? Моя вот взяла. Да, жди теперь. Это мой. Не твой. Это не твой, это мальчика. Подожди. Я вот яйца твои, надо забирай. Скажи. Спасибо. Вот, вот. Вот. Тимош, не прибавь. Бери. Пойдем открывать. По карте. Сейчас, пойдем на лавочку, откроем. 276. Вам пакет нужен, да? Я помню. Большой, мама. Молодец. Она там на вокзале, Лёх, лавочка. Это не лавочка. Папа, я папа. Ага. Да? Спасибо, папа.
темно. Темно там, да. Никого там нет. Ой, никого. Только ехал, папа. Папа, гони, ехал какой-то. Ну, мама идет. Давай подойдем, мама. Угу. Ну что там, все прошло? Мам, будем я воду. Ага. Что за булочки? Спасибо, ну, одну сегодня взяла, одну с чаем, у ничего нет. Давай я закажу. Вафли, три упаковки. Не хочу я твои вафли. Проволоку повесили, зачем? Он давно висит. Да? Папа, погоди, папа. Я раньше не замечал. Папа, погоди. Может, она просто сюда наклонилась? Погоди, папа. Ага. Так она была. Краска? Где там капли стекают? Все их смотрят. Давай, залезай, я тебя открою. Вон поезд едет, Леш. Вон там. Видишь? Папа, поезд, папа, там упал. Там его. Сейчас сюда приедет. Наверное. Открывать здесь. Опа. Что-то не открывается. Давай. Да. Странно. Да, не получается. Где мой? Есть второй план? Да? Нет плана. Только нет плана. На, бери. Руку бери. В этой упаковке бери, немножко отламывай. Вот так. Лежи вот так, положи. Вон, Леш, какой, смотри, маленький поезд. На, твой сок. Вот мой сок. Ну, такой маленький поезд. Это уже не поезд, это электричка. Так? А что она говорит? Какой же это поезд, да. Так он же ездил. Мороженое будешь? Мам, давай, не давай. Ушла. Дядя не хочет, не лает. Ты смеешься? Угу. Пусти. Много всяких звуков разных. Леша не знает, куда головой крутить, да? Можно наконец-то зива, не зива. Надо покажется машина сломалась. Угу. Мы будем ехать. Угу. Ну иди капот, давай. Капот открыть? Машина не будет зива. Леша сказал, мне капот открыть. Пить будешь так пить? Нет. Сладко, после сладкого. Да, и только мою дать. Пить? Да. Сейчас мама даст. Потом мне мою дать. Садись, будешь пить. Только мою дать. Так, где у нас? Вот, вот это. Ну, я мою дать. Мою дать. А. Здесь нету, Леш, мороженого. Надо покупать. А сколько у нас ВТБ бонусов там, не смотри, вот? Смотрела, 400 с чем-то. Не 500? Mm-mm. А то можно было бы в Глобусе. Не 500, я сегодня смотрела. Mm-hmm. Я это сердце снимал еще с буквами. А сейчас оно уже без буквы стоит. Убрали буквы. Там разве было сердце? Я помню, буквы были. Не знаю, что-то я не помню. И сердце, и буквы. Да? Что я не помню. Я помню, были буквы. Сердце осталось. Да сердце, мать. Не помню, а что-то... Бегут уже. Ну, видишь, надо открывать же. Я рву его, что открывать все. Сейчас всыпалось неизвестно откуда. Ничего будет брать. О. Давай, сыпь, а то не убегает. Хоть сюда.
Вот сюда, а то они сейчас не увидят. Снова уже убежали. Ну, давай быстрее тут. Ну, все уже. Надо жевать. Не топорую. Сейчас, Лёха, мы пожарим. Магазин Пулька. Пулька. Моя подруга тоже. Не идут они никак. Он там ходит один. Угу. Тупорылый. Как лысый. Кидай сюда уже, Лёх. Сюда кидай. Где полуни? Кто так кидает, Лёш? Кидай. Да. Не дует, что ли? Давай, помогу. Пруд. 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 Зверька. Кто? Это зверька, но здесь одна. Кто там? Обезьянка. Обезьянка? Папа, взялся на зверька. Ага. Папа, я тебе так катаюсь, но я тут там катаюсь. Ага. Уже не носился. Фу, чем звонила вот это? Тут вот место здесь. Тут? Я не помню, наверное, вода, Лёх. Да, там кусты побольше были. Большие кусты. Повыше кусты были, да. Повыше здесь. Повыше, да. Повыше. 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 Вот где-то вон там, возле столба налево. Нет уже. Не видишь? Вот там. Вон, видишь, кусты повыше. Где-то вот в этом районе, Лёх. Вот тут нету там побольше. Нету? Еще найдем. Так, не видишь нигде? Не видишь? А сейчас? Вот он. Нашел? Вот тут утонул. Нашел, Лёх? Ну, вон, мам. Да. Там? Да. Смотри, сейчас будем доставать. Давай, да. Если сможем. Опа, видишь? Опа. Опа.
Нашли. Нашли. Мама, ты нашла. Угу. Так. Мам, ты. Садись, Лёх. Подай немножко, подуй. Подуй немножко. Садись, поехали, уже Лёх поздно. Сейчас будет темнеть, холодно будет. Я уже замерзла. Посадись, Лёх. Поехали. Все, Лёх, поехали. Мары, Лёш. Давай, Лёх. Найдем комаров. Лёх, комары кусают. Давай потом поиграешь. Ты сегодня будешь еще целый день. Пойдем, Лёх. Сегодня будешь в доме спать. Не, ма. Пускай бабуля стоит. Ну, пускай. Пойдем. Пойдем, пускай стоит. Блин, я уже тут чувствую Лёхина. Голодный. Голодный? Нет, вот, смотри, я не хочу такие одеть. Давай мы с тобой руки помоем. Он же ел перед этим. Ну все равно, пускай повесит. Вот такая же. Подавишься, брать? Надо промокоды посмотреть. Получаюсь. Это не особо получается. Блин, без... Да, надо вещи собрать ему. А? Вещи собрать, ходить. У меня промокод продлился до 31 августа. Ну, до 10. А? Но он уже использованный. Кто это такой? Ладно, пойду собирать. Да? Что, раз не разорваться? Так, у тебя там что, ключи закрыты? Ключи, по-моему, там. Так, промокод, промокод. Вот тапочки ионы не забирали? Забирали. От 2000. Уноси, не пойдет. Уноси, уноси. Да? Уноси, 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 я потону, где ты? Вон какие-то ягод набрала. Черт, красный. 1500. Так. Попробуем. Промокоды еще. Сейчас Настя принесет тапки, позвони ей. Ой, будет вообще твоя. Угу. Называемый абонент не до... Че она там? Так, вот что я добавил в корзину, магнит усиленный, это в машину, чтобы поднимать инструменты, если вдруг упадет железный, канат нам на когтеточки, тент, баба просила, вот такой, за 687, итого у нас выходит 1608, продолжаем оформление, пункт выдачи, у нас, кстати, улицу переименовали, которая рядом с нами. Теперь она вот не Марата, вот эта улица, а Приреченская, вот она здесь. Переименовала. А где пункты выдачи-то, ё-моё? Нету? Зашла ошибки, попробуйте еще раз. Так. Пятерочка. Так, итого у нас выходит 108 рублей с промокодом. Хотя я его даже, по-моему, и не применял. А, он уже применял. Кого? Они только из приложения ее используют. Они у тебя с телефона оттуда не будут ее чекать. Ну, такие у них такая политика. В общем, пока я вспомнила про это, давай карты сравним магнит и пятерочку, потому что у меня не тут. Давай, только сначала я оплачу. Что-то не то у меня тут. Номер идет не тут. Принесешь мне Озон карту мою? Запутаюсь, что не получится. Так, того у нас вышло 108 рублей. В общем, это мы заказываем и ждем. На сегодня влог закончен. Так, сегодня у нас пятница. Мы собираемся ехать на прием к аллергологу. Повезем Леху в другой город, в Тверь.
Будем говорить, что ничего не помогает по лекарствам. Так, вот мама. Что, готов? Уже почти готов, да. Потому что он как болел бронхитом, так и болеет. Как чесался, так и чешется. Ну поедем, сейчас выйдут и поедем. Так, остановились в туалет. Что, вода там? Там пробьёва не суфетная. Видишь? А-а. А что, вон кусты. Так, мы в столице остановились. Ну что там? Занят, занято все. А? Занят. Кому? В клинике. А-а. Что там купила? Беляши? Чебуреки? Горячие? Так, мы приехали на прием. Сейчас узнаем, во сколько времени принимает. На улице дождь, в Твери. Время у нас 12. Прием были в час или во сколько? Ну, с часу до полвторого, я не помню. С часу до полвторого, сайт, да? Вообще не грузит. Ага. Он даже вообще никак не реагирует. Ну, мы записывали. Просто идти и все. Куда мы обычно выходим? Туда. Не знаю, во сколько мы. Ну, будем там сидеть. На очередь, да. Ну. Пациент А. А что, берем? Нет. А? Спасибо. Что, так, живую шею? А? Система полетела. А ты скриншотов не делала никаких? В следующий раз буду делать, я ж не знала, что... А? Я ж не знала, что так бывает тут. Всегда все работало, всегда смотрела. Ну, а так не вспомнить никогда? На час? Либо на час, либо на час с чем-то. Ну, давай скажем, что нам на час. Вот, и все, и все. Там еще посидим, посмотрим, у кого какое время. Надо спросить, у кого какое время. А то мы сейчас скажем, у нас на час, а там будет на час сидеть. В Удомле там что-то сломалось, сайт. А-а-а. У них все завязано. А-а-а. Нигде ничего не узнают. Ни у врача данных нету, ни там. Он сказал, либо по живой очереди договариваться, либо, может, кто помнит. Ну, она сказала, что сейчас примет. То есть никого нету. Можно было и без записи ехать раньше. В отпуске. За карточкой пошла. Заходи, заходи. Пойдем. Здравствуйте.
Смотрите, последний раз мы с вами виделись 7 июля. Да. Вот, на тот момент высыпания были меньше. Да, немножечко тут у меня написано на запястье были корочки. Соплей и все остальное не было вообще в июле. Да. Так, что дальше? Как дальше было самочувствие вот до настоящего времени? Ну вот мы прописали вот эти вот таблетки. Монтелукаст. Да. Да, но мы купили синглон. И вот пока он их пил, два раза он все-таки поболел. Об этом есть. Ну, здесь высота. Сейчас вот я сижу, там была чешется, она там была. Так, ну а мажьте-то 3D, мы мажьте. Это самое первое, что мы с вами сделаем, мы сдадим кровь. Сейчас я только сначала запишу все, а потом мы расскажем, что мы можем сделать. Вы же впервые ко мне пришли в конце июня, да? Так, значит, анализ. Анализ крови на аллергены. Называется он на специфические иммуноглобулины Е. Значит, что нам нужно проверять? Нам нужно проверять прежде всего продукты. Это молоко, яйцо, соя, рыба. Основные овощи это картофель, морковь, капуста. Фрукты это яблоко, груша, банан, злаки пшеница. Рис, гречка. Основное мясо основное это курица, индейка, свинина, говядина. Вот. Это что касается продуктов. Потому что, чтобы справиться вот, с кожной аллергией, нам надо составить правильную диету. Для этого нам надо понимать, на что идет сейчас реакция. Вот. Это что касается кожной аллергии. Что касается всего остального, то тогда нужно проверять. Помните, у меня по домашним животным у вас же не закрытая кожа, да? Вот. Значит, что нужно проверить по поводу всего остального? Во-первых, клещи домашние клещи, в скобочках пишу, их два. В лабораториях платно их знают. Прекрасно, оба вам сделают. Дальше, кошка, смесь злаковых трав. Вы ко мне, потому что обратились впервые в июне как раз. Да, вот. Деревья пока мы проверять не будем. В мае, я так понимаю, не было такого вот прям сильно. В мае он как раз таки продержался. Продержался, вот. Я поэтому говорю, что деревья поэтому не проверяли. Вот. И смесь сорных трав. Отдельно по травам не расписываю, ну, потому что каждый аллерген стоит денег. Вот. В этом возрасте достаточно просто смесь, чтобы понимать, идет вот это вот аллерген на цветение или нет. Вот. Так, это значит по анализам. Теперь что касается лечения. Общей гипоаллергенной диеты, как мы с вами обсуждали, продолжаем мы придерживаться. Вот. Теперь уход за кожей. Что купили для ухода? Липобейс были, но заканчивается. Вот смотрите, у нас еще купили, пойдете, нет, сейчас секунду покажу. Неотонин прекрасно, да. Неотонин заживляющий, очень хорошо. Это не уход, это даже считается лечением. Вот. Пусть у вас все это будет, я сейчас напишу, как им правильно пользоваться. Но уход – это уход. Вот тот же самый липобейс, например, можно и его опять оставить. У них масло, да, для купания у вас было? Нет, не масло, а крем-пенка. Крем-пенка. Ну, в общем, средство для купания, да? Для купания. Вот. И вот для заживления как раз можно использовать неотонин. Неотонин. Значит, 2-3 раза в день.
Вот. Это вместо пемофикота? Нет, не вместо. Это вместе с ним. Сейчас вот я вторым пунктом пишу комбинированный крем, только в этот раз, смотрите, пемофукорт все-таки, видимо, ему слабоват. Давайте посложнее возьмем, тридерм, тоже комбинированный крем. Но один раз в день тонким слоем, ну вот там, где есть повреждение, значит, 7 дней, далее через день, ну еще 3 раза помазать. Вот. Мажете тридермом вечером, еще 2 раза как минимум, те же самые места промазывайте неотомимо, хорошо? Вот. И когда все это закончится, смотрите, неделя каждый день и неделя через день, а далее продолжайте мазать только неотомимо. И неотомим всегда применяйте, как только вот где-то что-то новое появилось, покраснение или что-то, неотомим, хорошо? Вот. Так, это что касается кожной аллергии. Что касается ментолокаста, то мы его оставляем... Ну, синдон ваш, хорошо? Ну, это уже класс. Значит, 4 мг по одной таблетке. Один раз в день. Значит, ну и на ближайший месяц, опять я вам его назначаю, пока даем анализы. Вот. Напомните мне про небулазер. Есть небулазер? Нет. Небулазер нету, надо купить, потому что он нам нужен. Значит, через небулазер. Просто ребенок еще маленький, не все лекарства он может правильно получать. Нужно через небулазер, значит, будесонид, скобочку пишу, уникор, дозировка 0,25 миллиграмма миллилитры. Берете целую небулу, он в таких вот маленьких, ну как облаках. Вот ее целую берете, там 2 миллилитра. Добавляем 1 миллилитр из раствора. Вот, и надеваем ребенку маску и дышим, пока... полностью не вот вся эта жидкость не испарится. Вот. Один раз в день вечером тоже на целый месяц я назначаю вот вместе с ментолокастом. Вот. И в сентябре вы ко мне приходите, приносите мне вот этот вот анализ, составляем правильную диету и решаем по поводу лечения бронхов, по поводу лечения легких. Как мы дальше продолжаем. Если он в течение этого месяца опять заболеет, как его лечить, как бронхит или что? Заболеть вы имеете в виду, если появится кашель, ну, вот дополнительное лечение, появится кашель. Да. Вы пульмикор добавляете еще с утра. Вот такая же дозировка, только еще утром добавьте, хорошо? Угу. Вот. И если кашель с насморком, то нос прям можно сосудосуживающий. Можно промывать, чтобы не было большого количества соплей, чтобы сопли не затекали туда в бронхи, ладно? У него кашель сначала сухой начинается, а потом переходит в мокрый. Я и говорю, тогда добавляем мы дозу пульмикорта, утреннюю дозу пульмикорта. Вот. А дальше, если еще и сопли появились, тогда вот прям активно лечим нос. Ну, только если у меня кашель, ничего не надо, да? Да, надо слышать, что в легких, потому что, ну, от кашля препараты разного действия. И надо, чтобы, если педиатр назначил откаркующий, тогда, конечно, но надо слышать макроту. А в противном случае, вот эти вот откаркующие, будут расслаждать, я не включила кашля, она так и не нужна. Вот вам отдаю, на следующий день работает система, надеюсь, что вчера будет работать. Вот. Ну все, тогда давайте через месяц мы с вами спускаемся. Да, сейчас напишу. У вас как раз были вопросы. Вы мне скажете, что не болели за этот месяц. Спасибо, до свидания. До свидания. У меня это плачет, а мама. Ну что вы там? Давай, ручку, давай. Важнее ее предварять? Угу. Еще что-то на месяц. Точно есть еще. Угу. Это на один сразу. Пакетов нету. Если карт Глобус приложение добавил. А там уже другая будет совсем. Почему? Одинаково еще. Одинаково, да? Я ж в приложение заходила, смотрела специально ее в счет. Ага. Закрыла ее. Закрыла. Не закрыл.
Закрыл. А я не помню, что я там нажимал. О, Леш, смотри, самолет. Леш, смотри, вон. О, Лех, наверх. Видишь, самолет летит? Видишь, самолет летит? А. Медленно как-то летит. Вот одной хуёвой. Приземлиться хочет, да. Тут мне... Ну, потом приземлиться, он пока высоко еще. Городок с военным самолетом. Ага. Мигалово. Не то чтобы городок, микрорайон, короче. Все, видишь, в облаках скрылся. Улетел? Не видно, в облаках прятался. Да, теперь не видно его. Я там синий пин. Да, спрятался. Да, да. Где, где? Машинка едет. Угу. Отходим дальше. Ты один с ним буду? И снимать, и его войду. А где баба-то? Курит. Я не знаю, мне будет... Там будем пока. Там будем. Ладно. Отходи тогда. Все разбежались, не меня Леха одного отвалили. Пойдем сюда, пойдем. Слышишь? Настя. Чего? Сюда зайдем. Я, в общем, здесь буду. Ну, пойдем посмотрим, пойдем. Пакет, да, вот тут. Да. По карте. На базу. Сейчас, Лёш. Сосисок килограмм. Видишь, у нас там еще дома остались? Ну, остались. Сколько там, много? Ну, возьми килограмм. Леша, что ты там все? Ладно? Да. Этот, половину? Половину, да. Вот этого только обычного хлеба. И котлет у меня как-то. Круглые или вот такие? Ну, все, советские. Ой, только не то, что за прошлый раз покупала. Ну, вот это люли-кебаб, она соленая. Не надо мне люли-кебаб. Вот та вот. Не надо мне. Вот это обычное. Да. А лучше две, нам плохо поесть. Лучше три, да? Да. На чек. Ну, сколько вышло тут? 400 с чем-то. Ну, хватило бы. Ну, я думала, у нее не хватит. А то у нас на карте ВТБ осталось 500 и не переводится, у нее больше не переводилось. Так, три котлеты вот эти круглые, потом килограмм сосисок и половину колбасного хлеба. Не-не-не, мы вместе. Половину. Пойдем, обычные. Где лавочка? Да, да. Все. Пойдем лавочку искать, Лёх.
Пойдем посидим. Где лавочка? Пойдем куда-нибудь сюда. Лех, смотри, куда идешь. Постоим пока здесь. Сейчас ходим в туалет. Лёх, иди сюда. Сюда иди. Да. Дай маму, подождем сейчас с тобой. Еще палочку хочет. Сейчас, Лёш. Сумку покатите сюда. На. Помидорки будешь? Помидорки будешь? Мам, нет, это запах. Ну, Лёх, ботинки грязные не ставь сюда. Ой, я не могу, Лёх, у меня спина и так болит. Так, вот наши котлеты. Мам, не хочешь, не хочешь есть. Сколько одна стоит такая? 79 вроде. 79, что-то дешево. Ничего не было, к сожалению. Может, потом будет. Знаю, не хрень, капец. Будешь котлетку? Шлафелька надо было дышать. Шлафелька надо дышать. Эти? Или ложные? Эти хотя бы. Ага. Машина идет у нас, смотри. Красная. Черный крыш. Не, это не он. Вон? Не наша. Там какой-то другой мужик ездит. Не в очках точно. Мне эти машины тоже нравятся. Перевертки. Там же не знаю, что там покупать. Там дорогие сыны. Котлету будешь, Лёх, котлету? Он в последнее время перешел на перевертку. Мама сейчас покажет, что будет. Мама откроет сейчас. Ну немножко перекусили, но там немного зайти. Там батарейка, смотри. Там батарейка, да? Ну, бля, смотри, как она крутая. Она выключается сама, то нет? Сколько стоит? 200 рублей. 200? Нет, здесь никаких отличателей. А как она тогда? Как она включила? У вас сама по себе? Ну, я что-то не знаю. Зажимать на колеса чем-нибудь она. Не светится, Леш. А как ее включить теперь? Может, она сама по себе отключается? Потому что сейчас у МАЗ включилась, да? Или до этого? Там предохранитель был. Светится при движении. Но почему сейчас она светится без движения? Ага. У вас не хочешь, Лёша? Батарейки замене не подлежат. Да, батарейки даже не меняются. На кусочек. Ну, так написано. Ну, это просто не разбирается. Бери. А предохранитель только пленочка? Пленочка? Да. Пленочка? Да. Вот стол есть. Сюда можно стол, положить. Да? Нам не казалось удобно будет, да, тут будет. Куда лучше рыбу накладывать? Где мы этот обзор служить? Где ты? Ты же? Ты же? Ничего, вроде уже. Кого? Ну, я вот тут тогда это сделал. Открой дверь, окно, ну, ни в кое не дует. Ладно, обязательно.
где стакан-то? Ну, нам как-то пахнет. Непонятно. Ну, чем-то пахнет, да, что-то как будто вот уже это. Как будто она уже, да. Начинает, наверное. Мне кажется, не чувствуется. И до 16-го она. А? Еще не только 11-го. Угу. Что купили еще? Все. Хлеба, сосисок, котлеты. Чего еще? Что колбасы? Колбасы, смотришь, кусочек. Где нужно? Нам надо будет с твоего аккаунта заказать небулайзер. С твоего аккаунта магазина. Там скидка для новых пользователей будет. Небулайзер. Ну, легкие же прописали. Распиратор этот. 2600 он стоит, скидка будет 1000 рублей. С твоего телефона надо заказывать. Я там уже парочку приглядел. Кстати, я им давал, только он не съел все. Прям в эту миску бросал. На, клади. Здесь все чисто. На, лишь тебе колбасы. Да, ножик есть. Ножик у меня теперь тут есть, кстати. Стакан достань там. Пока есть. Где моя бутылка? Сейчас откроет мама, Олег, мороженое. Так, мы уже старится. Шоколадно, что ли? Ничего не сказала. Я не вообще не видел. Ну что покупаешь? Какой там? Ну там ну, шоколад. Мои. Натуральное там. Так, пришли мы домой, на улице сильный дождь пошел, начиная где-то километров 50 от Твери начался. Вот получили посылок бесплатных, 7 бесплатных посылок, потом распакуем. Так, я пошел машину ставить. Так, сейчас домой приду, распакуем. Так, вот такая гора посылок здесь. Начнем, которую я заказывал с Алиэкспресса, она платная. Что-то мужик сломался, что ли. Не начнем, значит. Да, ножик. Как легко открывается, а? Как легко открывается пакет. Все, короче, отбой. Так, тут у нас три посылки. Это должны быть лампочки в машину, которые у меня перегорели. Светодиодные. Сейчас у меня стоят обычные лампы на холёне. Такие у меня уже были, стояли. Две. Такая почему-то одна. А, две. Они просто маленькие. Это у нас в задний ход, по-моему. Такие две светодиодные лампочки. Так, и какие-то еще тут тоже в задний ход запасные. Вот такие. Так, теперь переходим к бесплатным посылкам, за которые мы ничего не отдали по деньгам. Это у нас вот такая горелка. Сейчас мы ее откроем. В этот раз я взял железную, которая не сгорит пластмасса здесь. Одевается она на баллон. Пьезопробник есть. Вот такая. Какая-то она старая совсем, БУ что ли. Покрашена как-то. Непонятно. Так, тут что-то маленькое. Я даже не знаю, что там в этих посылках. Примерно знаю. А это я заказал на остаток, чтобы промокод сработал, ненужные батарейки. Что было? На рублей 60 кинул корзину. Так, тут у нас
тут у нас? Промокод какой-то, 90%. Натяжная простыня 160 на 200. Пришла за бесплатно. Это нам, да, по-моему, расцветка? Mm-hmm. Нет? Нам, и... она мне еще придет. Значит, это бабе мы заказали такую. Поплин. Так она стоила, по-моему, 1000. А с промокодом за бесплатно вышла. Тут тоже что-то мягкое. А? Одеяльник. Вот такой. Полтораспальный, да? Угу. Поплин. Бежевый нам? Да. Ну, покрасивее был на картинке. Так, тут у нас что? Это здесь странно. А, это эти ополаскиватели, которые стоят 400, но там у нас заглючило приложение, и в итоге 2 за 400 вышло, и еще и с промокодом они бесплатно вышли. Два ополаскивателя такие. В магазинах они сейчас от 500 стоят. Нам 2 за бесплатно вышли. Так, тут тоже какая-то ткань. Это у нас на матрасник водонепроницаемый, чтобы не стелить всякие клеенки там, чтобы матрас не портился. Если вдруг ребенок наделает дел, что-нибудь прольет там или сходит как-нибудь. Вот на матрасник. С бортиками, с бортиком и резинкой по периметру. Сколько стоил? Ну и все. Вот так. Ну и вот все бесплатные посылки, что пришли. Вот мы расстелили, что это, пододельник, да? Угу. Такого он цвета. Вот. А тут он вот такой. Ну, просто подкорректировали. Так-то, в принципе, синий. Ну, это-то покрасивее. Вот это вот должно быть бирюзового цвета, да? Угу. Так, а вот этот давай посмотрим. Из чего он там вообще сделан? Это пакет какой-то, что ли, там? Мембрана, махра сверху вот этот вот. Пакет, мне кажется, там внутри, нет? Ну, там что-то, там уже непроницаемо, непромокаемо, что-то там под... Внутри вложено что-то, наверное, должно быть. Так, это бортики. А, ну нижний слой вот такой. А на чем спать, она махра. Uh-huh. А это бортики. Так, ну и бабину мы показывать это не будем. Она сама распакует его. Uh-huh. Главное, чтобы размер был. Давай вот затестируем что-то. Тогда. Водички нальем. Ну давай. А потом затестируем нашу турбогорелку вот такую. Посмотрим. Вон она какая, все подсопанная. Ну это ладно. За бесплатно пойдет. Пойдет, да, Света. Ты мог не лей мне еще спать вот тут. Вдруг он это самое. Не так, как пишут. Все, ушло. Куда-то. Но оно ж не пройдет туда. Я не знаю, я посмотрю. Сухо. Сухо? Угу. Ну, будем надеяться. Ну, вот. И клеенка, и подстилать не надо, нормально надо там. Ага. Спать. Так, сейчас горелку. Где она? Куда она исчезла? Где-то здесь, да? Так, вот наша горелка. Получается, испытываем, открываем газ и включаем. Ну, нормально горит. Регулируется больше, меньше. Ага, так уже переливает. В принципе, я так и хотел, чтобы она переливала, раздувать огонь. Вот такая вот крутая горелка. Так, еще сейчас покажем то, что мы купили в Твери сегодня. Так, я тут цены не знаю, то, что ты покупал вот в этом. А, да. Ну это? Да. Это 60 с чем-то. 60? Ну, 5, пускай. Лутинка. 35. Это меня в сумку. Ага. Морковка дешевая там была. Дешевая? Сколько? По 37 рублей. 37 рублей. На 27 вышло. Угу.
Так, попить сейчас надо будет мне немножко. Ну, тут, наверное, так, месяц. Булочки с чесноком в глобусе за 54 рубля. Ну, хлеб вот такой мы покупаем, да? Угу. Угу. Хлеб у нас 75 так. за штуку. Так, вот такая вот булочка какая-то. Она у нас 85. 76. Багет с чесноком. Тоже багет. Так, это у нас хлеб колбасный. 370 за килограмм тут. На 360. Ровно килограмм почти. И кило сосисок хороших из глобуса. Ихнего производства. 79 вот. Котлеты, видишь? Котлеты были по 79. Они еще остались, кстати, одна Лёхина. А по лечению сколько там, ты говорила, выходит анализы? 10 тысяч? Один с чем-то. Ну, в тот раз, по моим подсчетам, тоже 2500 выходило, а вышло 3050. В общем, наверное, 1015 анализы будут. Не 15. Да? А сколько? Ну, не на 4 тысячи, я ошибаюсь. Ну, 12, значит, 13. Небулайзер. 2,5. Лекарства к небулайзеру. Одно тысяча с небольшим, 1300. А вот эти вот для небулайзера лекарства сколько стоит? Ну, смесь для физраствора дешевая, а вот та я не знаю, сколько стоит. Ну, наверное, 1020 стоит, да? Что? Ну, только на Лешу теперь работать. Да. Вот такое лечение у Лехи будет. Завтра мы поедем уже сдавать анализы первые. Потому что он весь вот чешется, кашляет постоянно. Вон у него. Не чешешься? Давай, заправимся чуть-чуть. Машинка еще легкая. Слишком надо. Дорого обходиться стал. Будешь легкотлету есть? Я вам предлагал, он сказал нет. Ну ладно.